Я здесь, чтобы сказать еще одну вещь. Мне только что пришлось тащить свой кондиционер из машины в дом. Три парня прошли мимо меня, и ни один из них не предложил помочь. Ни один. Ноль из трех. Привет. Я как-то давно-давно-давно выкладывала видео, где деваха переезжала, и она такая сидела, потом жаловалась, видео записывала, говорила: «Вот, что за мужчины пошли, я вот сумки тяжелые тащу, а никто не помогает». И вот это вот нытье. Вы столько лет добивались прав. Вы столько лет добивались равноправия, чтобы сейчас ныть? Серьезно. Но давайте вернемся в прошлое, когда у вас прав было, как у собаки. Да у собаки больше прав было, чем у женщины. Ну тогда мужчина все делал. Да хотя, кстати, нет, тогда женщина впахивала еще больше, наверное. Потому что вообще, в принципе, условия были в целом, ну, сходские. Так что, знаете, все это очень так сомнительно. Вот. И я считаю, что лучше уж равноправие, и мужчина, который тебе, в принципе, не должен, не обязан помогать, и пускай не помогает, нежели вообще отсутствие прав и скотские условия. Как-то так.